А вы в курсе, что Сочинская городская больница номер 4 вошла в двадцатку лучших медицинских учреждений страны? Этот рейтинг составили, исходя из отзывов пациентов, и в нем 4-я городская занимает 17-ю строчку. Кстати, на первом месте краевая клиническая больница номер 1 имени Очаповского, которая находится в Краснодаре. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня в центре внимания нашей передачи – это 4-я городская больница. Стационар на 700 коек, поликлиническое отделение на 300 посещений в смену, травматологический пункт, 14 операционных – все это 4-я городская больница, самая крупная на курорте, в которой оказывают плановую и круглосуточную экстренную медицинскую помощь. И сегодня гость нашей программы – главный врач 4-й городской больницы, главный хирург Краснодарского края, профессор Анатолий Завражнов. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, 4-я городская больница сегодня на курорте самая крупная. И по оснащению она, конечно, в лидерах. И сегодня здесь проводятся уникальные операции, о которых еще несколько лет назад мы и мечтать не могли. Ездили для этого и в Краснодар, и в столицу нашей страны, в Москву. Какие сегодня операции доступны сочинцам? Можно перечислить для начала список, ну и остановиться на каких-то самых уникальных более подробно. Пожалуйста. Прежде всего, я хотел бы остановиться на термине «уникальность оперативного пособия». В настоящий момент для жителей города Сочи... Я имею в виду уникальные для Сочи. Для города Сочи доступны так называемые высокотехнологичные операции. Что они под собой подразумевают? Это операции, которые выполняются с использованием специальных медицинских технологий, аппаратуры и специального расходного медицинского имущества, которое делается по высоким технологиям, производится и порой является дорогостоящим. В соответствии с этим определены у нас в России немного лечебных учреждений, которые могут выполнять эти оперативные вмешательства. И полтора года назад городская больница номер 4 Сочи вошла в перечень этих лечебных учреждений и получили мы специальные квоты, которые позволяют нам произвести закупку этого специального расходного имущества и выполнять эти оперативные вмешательства. Какие же эти оперативные вмешательства? Ну, если брать по органам и системам, это высокотехнологичное вмешательство на голове и головном мозге. В чем их уникальность? То, что они выполняются с использованием сложной, дорогостоящей навигационной техники, когда предварительное компьютерное исследование позволяет смоделировать все области головного мозга, зоны, там, где находится очаг опухоли или аневризмы, и целенаправленно, шаг за шагом, произвести минимальное инвазивное удаление этого очага с минимальным вредом для человеческого организма и последствиями перенесенной операции. Кроме этого, операции на позвоночнике при его травмах и заболеваниях. Раньше травма с переломом позвонков сопровождалась длительным лежанием, постельным режимом. И только в некоторых случаях выполнялись оперативные вмешательства, направленные на восстановление функции спинного мозга и быстрой реабилитации. В настоящее время наука шагнула далеко, появились стык и медицинских специальностей, и металлургических специальностей, и инженерные мысли, которые позволили выпустить на рынок специальные импланты, позволяющие после оперативного вмешательства активизировать таких пострадавших на 3-4 сутки после полученной травмы. Это заметно ускоряет не только реабилитацию, не только уменьшает койко-день, затраты, но и функциональные результаты самого лечения. Большой спектр оперативных вмешательств мы стали выполнять с использованием так называемой рентген-эндоваскулярной хирургии. Что это такое? Это когда через маленький прокол в проекции прохождения крупных сосудов вводят специальные зонды. По этим зондам вводят контраст, которые дают конфигурацию этих сосудов, выявляют причины их страдания. Или это атеросклеротическая бляшка, или это сформированная аневризма, или это тромбоз. И позволяет с помощью специальных методик произвести восстановление кровотока без широких доступов, без кровопотери, без введения в глубокий наркоз. В чем их преимущество? В том, что это не только
малоинвазивные операции. Это операции, которые позволяют в короткое время и зачастую при состояниях, угрожающих жизни, а какие это состояния? Острое нарушение коронарного кровотока, в простонародье инфаркт миокарда, или острое нарушение мозгового кровотока, в простонародье инсульт головного мозга. Вот при таких неотложных состояниях позволяют нам не просто произвести операцию, чтобы улучшить функциональное состояние организма, но и спасти жизнь. И сейчас это доступно жителям города Сочи. Это не страшные слова для нас, инфаркт и инсульт. Вполне лечится. Совершенно верно. Благодаря последним программам, которые были приняты в Федеральном министерстве здравоохранения, утверждены правительством Российской Федерации, и работы территориальных фондов обязательного медицинского страхования, а также Министерства здравоохранения, направленные на создание так называемых региональных сосудистых центров. Эти операции стали использоваться практически повсеместно. Но доступны, конечно, не для всех территорий, поэтому создаются такие центры. И полтора года назад такой центр был создан в городе Сочи. То есть Сочи теперь краевой региональный сосудистый центр, четвертая больница. Были организованы первичные сосудистые отделение – это первый шаг к организации региональных сосудистых центров. Но для Сочи это только формальное название, потому что сочинская больница работает не просто по протоколам, утвержденным для региональных сосудистых центров. В общем-то, сейчас мы включены в реестр учреждений, которые могут работать по протоколам, предназначенным для федеральных центров. То есть за счет наличия оборудования и специалистов осталось только дело за малым получить квоты на оказание помощи, которую оказывают на федеральном уровне. Но если продолжать список операций высокотехнологичных, то это операции с использованием эндовидеохирургической аппаратуры. То есть когда операция на органах груди или живота выполняется не путем проведения обширных разрезов и глубоких анестезий, а путем небольших проколов, когда на экране телевизора мы в увеличенном варианте видим изображение внутренних органов, что позволяет с помощью определенной аппаратуры практически бескровно и недлительно выполнять те операции, которые раньше выполнялись путем широких разрезов. Это операции при заболеваниях желчного пузыря, так называемой холециститомии. Практически ни одной холециститомии удаления желчного пузыря за прошлый год мы не сделали открытым путем. Это операции при острых заболеваниях червеобразного отростка, в простонародье аппендицит. Это заболевание так называемой грыжи передней брюшной стенки. И мы постоянно расширяем спектр этих вмешательств. И скажу, что на сегодняшний момент мы ввели новое направление, так называемая бариатрическая хирургия, которая актуальна для полных людей, страдающих ожирением. Ожирение отражается и на действиях сердечно-сосудистой системы, и на нашем образе жизни, и на эндокринологических патологиях. И поэтому борьба с ожирением, она способствует нормализации вообще функции организма. И зачастую с этим можно справляться хирургическим путем. И на настоящий момент мы ввели это направление, стали выполнять эти операции. Актуально оно в Сочи? Да, в Сочи, для Краснодарского края, к сожалению, это актуально. Операции на костно-мышечной системе. Обратно же, то, что раньше сопровождалось наложением гипса или скелетным вытяжением, что обездвиживало наших пациентов, способствовало развитию других осложнений, пролежней, инфекции мочевых путей, пневмонии, то сейчас раннее оперативное вмешательство позволяет быстро реабилитировать таких пострадавших, особенно людей пожилого возраста, для которых актуальна гиподинамия, так как сразу, как на снежный ком, появляется масса другой патологии, и увернуть к обычному уровню жизни и социальной адаптации. Недоступны были для жителей города Сочи операции по замене суставов тазобедренных и коленных. И сейчас, благодаря
тому, что проучены специалисты и выделены небольшое количество, но выделены квоты. Мы можем эти операции делать абсолютно бесплатно. То, что, зачем раньше приходилось уезжать в Краснодар, сейчас это можно сделать в городе Сочи. И, конечно же, масса операций, которые связаны и с косметикой, это немаловажно, потому что... Отделение пластической хирургии, вы имеете в виду, у вас работает, ну, да? Ну, как отделение пластической хирургии я бы не назвал, но в каждом отделении у нас есть элементы реконструктивной хирургии, которые позволяют после перенесенных травм, ожогов или других врожденных заболеваний, изменяющих эстетическое восприятие человеческого лица, тела, сделать эти операции. В частности, большое направление по эстетической хирургии лор-органов, то есть ухо, горло, носа. Приехали специалисты, которые выполняют эти операции на самом высоком уровне, также с использованием компьютерного моделирования и прогнозирования последующих исходов выполнения этой операции. Кроме этого, мы не останавливаемся на достигнутом, мы будем расширять постоянно спектр этих вмешательств, и они будут связаны с применением высокотехнологической операции при заболевании крупных сосудов. Есть грозные заболевания, такие как расслаивающая аневризма аорты, возникающая после травмы или в молодом возрасте при наследственной предрасположенности к этим заболеваниям. Тогда, чтобы спасти жизнь, нужно выполнять постановку так называемых стентграфтов. Это сетка, которая изнутри укрепляет сосуд и не позволяет ему разорваться при повышении артериального давления или при физических нагрузках. Раньше эти операции выполнялись открыто с применением аппарата искусственного кровообращения, остановкой сердечной деятельности и сопровождались высокой летальностью. Использование эндоваскулярных подходов позволяет также это сделать малотравматично, с наилучшими результатами для сохранения жизни. А кто сегодня делает все эти операции? Потому что, чтобы работать на этом оборудовании, читать результаты, тоже нужен большой опыт, наверное, наверняка какое-то повышение, может быть, квалификации. Как сегодня с кадрами обстоят дела в 4-й городской больнице? Есть ли кадровый голод? Как проходит повышение квалификации, обучение на этом оборудовании врачей и средний и младший медицинский персонал? Я безумно рад и всегда поддерживал и поддерживаю наше правительство, администрацию Краснодарского края, города Сочи, что было принято решение как проведение, так и медицинское обеспечение Олимпийских игр. Более 640 квартир было отдано социальной сфере, из них более 120 – это врачи. Это позволило улучшить жилищные условия не только врачей, которые длительно работали в городе Сочи, в сочинском здравоохранении, но и пригласить из других регионов. И хочу сказать, что это врачи, которые имели огромный опыт работы, не просто опыт работы, но и опыт преподавательской работы, то есть они являлись педагогами, так как являлись сотрудниками медицинских кафедр при различных университетах различных регионов. География обширна, начиная от Хабаровска, заканчивая Ростовской областью, Москва, Санкт-Петербург, обратно же Краснодар, школа, Краснодарская школа, тоже не самая последняя в нашей необъятной стране. Вот. И они сейчас живут и работают в городе Сочи. Соответственно, так как они имели опыт и педагогической работы, это позволило подтянуть кафедры при Кубанском государственном медицинском университете для обучения интернов и ординаторов на базе наших сочинских лечебных учреждений. Мало того, что это подпор кадров в будущем, но это постоянно дает возможность нашим врачам держаться на высоте, потому что преподавание дело не такое простое. Ну вот еще 4-я горбольница, по-моему, единственная в Сочи, которая располагает вертолетной площадкой. Часто ли приходится ей пользоваться, часто ли вертолеты санавиации садятся на эту площадку для того, чтобы забрать или привезти пациентов? Хочу сразу сказать, что для того, чтобы заниматься работой санитарной авиации, нужны строгие показания. Центральное управление санитарной авиации, которое находится при краевой клинической больнице, оно не может высылать специалистов по первому же требованию любого жителя. Должны веские показания. Если вопрос не решается в пределах лечебного учреждения, где находится этот больной,
если нет специалистов и если нуждается применение тех технологий, которые находятся только в краевой больнице, выезжает машина или высылается вертолет. То есть доступно всем, но доступно не по желанию больного, а по медицинским показаниям. И вертолетная площадка, которая создана на крыше нашей больницы, это не фикция. Это уникальный опыт, единственный в России, когда имеется случай эвакуации с крыши на крышу другого лечебного учреждения. Ни в одном регионе России практически такого не существует. Около 4 лет назад администрация Краснодарского края приняла решение для того, чтобы усилить работу так называемой санитарной авиации, что мы подразумеваем отделение экстренной плановой консультативной помощи, был закуплен медицинский вертолет, специально оснащенный и предназначенный для оказания медицинской услуги. И вот он уже работает более 3 лет на страже здоровья жителей Краснодарского края. За прошлым году на крышу нашего лечебного учреждения было 86 посадок. В основном они заключались в межгоспитальной транспортировке, эвакуации тяжелых больных, нуждающихся в экстренной помощи в Краснодарскую краевую клиническую больницу, или же доставку специалистов для выполнения оперативного вмешательства на базе нашего лечебного учреждения. Но по мере расширения работы медицинской эвакуации, медицинские вертолеты будут вылетать и на место происшествия. Например, на тяжелую ситуацию в горных условиях, когда очень трудно наземным транспортом эвакуировать тяжелых пострадавших. Когда нужно, например, срочно доставить специализированное лечебное учреждение. Тогда эти вертолеты будут вылетать на место происшествия. Но это не далекое будущее. Уже давно все страны Европы и Соединенных Штатов Америки работают по такому принципу. И вылет на место происшествия занимает не менее 15% от всего пула работы санитарной авиации. Замечательно. Но я уже упомянула, что 4-я горбольница вошла в 20-ку лучших медучреждений страны нашей. И этот рейтинг составлен, исходя из мнений пациентов. Как сегодня работаете с пациентами? Потому что сегодня и Министерство Краснодарского края призывает, в том числе больницы, к клиентоориентированности. Вот как решаются сегодня эти вопросы комфортного пребывания пациентов, уважительного к ним отношения, гуманного и так далее? Работаете над этим? Уникальный термин клиентоориентированности. Его можно рассматривать с разных сторон. И сразу оговорюсь, мне бы не хотелось наших пациентов называть клиентами. Mm-hmm. Они ни в коем случае не клиенты. Они пациенты, которые приходят со своими проблемами, заботами, со своей болезнью. Мы должны оказать им помощь, которая заключается в обследовании, постановке диагноза, определении программы лечения, в том числе оказание неотложной помощи. Клиентоориентированность, на мой взгляд, в медицине подразумевает последствия первого контакта пациента с медицинским учреждением. И если говорить о клиентоориентированности в медицине, прежде всего, при первом контакте, это какое впечатление получит наш пациент, когда он заходит в лечебное учреждение. Улыбка врачей, сдержанные, корректные выражения, информационная насыщенность лечебного учреждения, желание помочь, желание довести дело до конца – это и есть клиентоориентированность. Что больше всего не нравится нашим пациентам? Ну, как раз отсутствие того, что когда они заходят в лечебное учреждение, им помогают. Вот ощущение беспомощности, если ты пришел за помощью, нет ничего более страшнее. Кроме того, наших пациентов угнетает длительность ожидания, так называемые очереди. Кроме того, всегда тяжело жить в неведении, когда тебя не вводят досконально в курс дела, не рассказывают план обследования, лечения, твои перспективы. Всегда возникает сомнение в правильности, а понимает ли доктор то, от чего он тебя лечит. И устранение вот этих дефектов первого взаимодействия и последующего общения – это и есть клиентоориентированность. Я сам, как приверженец классической школы, борюсь за внешний вид,
за правильную постановку вопроса и ответ на этот вопрос, за наводящие вопросы, которые позволяют быстрее нашим пациентам поднести правильную информацию. Кроме этого, мы работаем над информационной составляющей наших лечебных учреждений. Если вы зайдете в нашу больницу, то вы увидите, что информация находится и на стенах, и на потолке, и даже теперь уже на полу. Чтобы не задавал личные вопросы, например, регистратору или же врачам, наш пациент, куда и как ему пройти. Порой даже при таком информационной насыщенности наши пациенты не читают то, что написано, и подходят, и все равно им нужна информация устная. Для этого мы вводим понятие так называемые администратора, дежурного администратора, который встречает, как вы видели в Сбербанке, наших пациентов и уже спрашивает, для чего они пришли, и уже что позволяет уменьшить количество ненужных действий, ненужных движений, ненужных вопросов. Помимо этого, мы для того, чтобы уменьшить период ожидания, вводим так называемую электронную очередь, предварительную запись. Все это пока на этапе становления. Вот. Но в том числе клиентоориентированность, она не определяется действием лечебного учреждения, насыщенностью информации и действием врача. Она определяется знаниями самих наших пациентов о своих правах и обязанностях. На самом деле существует программа гарантии бесплатной медицинской помощи. Это программа государственная, она адаптируется к условиям территории, но она существует. Просто многие наши пациенты не знают, что если они хотят в плановом порядке получить бесплатную помощь, то время ожидания может составлять от 2 недель до месяца. Если они хотят получить высокотехнологичное исследование, то прежде всего нужно определить показания к этому высокотехнологичному исследованию. Соответственно, нужно пройти консультацию специалистов, а потом только же получить это исследование. Да, из-за существующей очереди время ожидания может быть растянуто, но оно высчитано, оно определено специальными институтами и определены сроки. В некоторых ситуациях они могут отдаляться, но эту информационную направленность наши пациенты должны знать. Да, существуют хотелки. Хотелки сделать то, что вот я хочу, может показания, если я хочу. Да. Да, здесь и сейчас, в данное время, пожалуйста, не вопрос. Для этого развиваются платные услуги. Угу. Но они выполняются вне основного фонда рабочего времени, чтобы все понимали, что не будет никогда такого лечебных учреждений, что мы выполняем платные услуги, отдаляя тем самым бесплатную медицинскую помощь. Нет. Когда закончился рабочий день, когда уже специалист может получить дополнительный заработок, он осуществляет эти платные медицинские услуги. Все достаточно прозрачно, законно, да, есть несостыковки. Но не все происходит сразу. Мы очень чутко реагируем на все предъявляемые к нам претензии, жалобы, пожелания. Благодаря еще существующему социальному опросу он нам помогает. И пытаемся их устранить. Ну, пациенты оценили. 17-я строчка в списке медицинских учреждений страны. Мне кажется, это очень достойное место. Да, и вот, ну, конечно, ни в одном учреждении, ни на одном предприятии не может быть все гладко. В завершении нашей передачи хотелось бы, чтобы вы озвучили существующие проблемы коротко и главные достижения, на ваш взгляд, сегодня 4-й городской больницы. Пожалуйста. Видите, развитие медицины – процесс перманентный. То есть достигли одного, вроде бы решили одни проблемы, но появились те же самые проблемы, только на другом уровне. И все, о чем мы сегодня с вами говорили, о наших достижениях, это является определенными проблемами. Например, проблемы приобретения, содержания и развития нового высокотехнологичного оборудования. Никто не знает, что объем работы этого оборудования, он ограничен. То есть, если компьютер может выполнить 14-16 исследований всего за время своего существования, то есть трубка электролучевая, она рассчитана, то больше он не сделает. Чтобы ее заменить, нужны деньги. Mm-hmm. На настоящий момент оборудование в основном, к сожалению, импортное, а это не менее 12-14 миллионов. И, соответственно, мы не можем всем делать без показаний это исследование, потому что ресурс вырабатывается. Граничный. Это проблема определенная. А такого оборудования достаточно много.
Кроме этого, технологии развиваются семимильными шагами. Порой мы за ними не успеваем. Требуют новых подходов, нового обучения, привлечения новых кадров. Это на каждом этапе становится проблемой. Мы пытаемся ее решить. Мы составляем графики обучения наших специалистов, которые ездят не только в ведущие центры нашей страны, но и за рубеж. Они привозят эти технологии, они внедряют. Тоже проблема обеспечения этих высоких технологий. Расходное имущество, но волей-неволей для Сочи раньше квотные операции были, они, наверное, недостижимым вершиной. И приходилось ездить как минимум в Краснодар, а то и в Москву, в Санкт-Петербург для решения вопросов квотных операций. Сейчас квоты по многим видам деятельности доступны в городе Сочи. Кадровый вопрос, он как был, есть и будет. Несмотря на достаточно высокую укомплектованность нашей больницы кадрами, около 70%, и укомплектованность врачами около 80%, существует проблема укомплектованности средним и младшим медицинским персоналом. Если мы будем говорить нашим потенциальным сестрам, фельдшерам, что в хорошей больнице есть высокие потолки, душ, чистая форма, столовая, все условия для организации труда, наверное, это будет их привлекать чаще. Плюс работать на современной аппаратуре при современном оборудовании и созданных условий в операционных, манипуляционных, это сказка, это попытка, ну, коснуться, например, определенного участка космоса или новых технологий, которые, наверное, как вот в юности, ну, позволяет почувствовать себя там пилотом какого-нибудь космического корабля. На это тоже уделять нужно внимание. Нужно делать дни открытых дверей, ярмарку вакансий. И город Сочи занимает одно из ведущих мест, когда они устраивают выставочные дни, когда технологии, существующие в больницах, становятся доступны нашей молодежи, они начинают осваивать. Эта проблема решается таким же образом. Замечательно. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был главный врач 4-й городской больницы, главный хирург Краснодарского края, профессор Анатолий Анатольевич Завражнов. Спасибо вам большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Будьте здоровы!